Величие посмотрело тела сущностей, сказал, что у них их энергии. Что это означает? А значит, вы уже умерли давно. Как же вы могли прийти сюда и написать записку? Понимаете, ну это абсурд. Потому что когда нет энергии, это означает, когда наше физическое тело является своеобразной энергетической станцией, которая переваривает пищу, которую мы недавно говорили, попали вопросы как раз один за одним, хорошо получилось. Вот. Пищу перевариваем, расщепляет ее, и вот эти высвобожденные материи, которые потом превращаются в вихри, которые тоже говорили раньше, начинаются циркулировать между телами нашей сущности, насыщая их и обеспечивая то, что мы существуем как живой организм, как единое целое, мы имеем сознание, имеем эмоции и так далее, и так далее. Поэтому, когда нет энергии там, пустые, значит, вы уже мертвый. Может, вы вампир? Конечно, шутка. Так что, к сожалению, иногда видящие или говорят, что невидящие, тоже бывает такое, или место не понимают то, что не видят.